Добрый день. Так, прогуляемся по пасхалкам, скрытым местам и локациям. Fallout New Vegas. Первое место это вот этот вот домик с бомбой. Не стали мы к нему подходить, а так рванули. Заходим. Так, выпивка. Диван. Кроватка. Шкаф. О, даже крышки есть. Здорово, здорово, мужики. Так. Холодильник. Кажется, все на месте. Зомбоящик. Так, сейчас поспали. И сейчас будет видно, кто же заложил эту бомбу. Хочешь тот цвет? Да, после тебя. Блин, молодец, Вероника. Сколько на себя оттянула. Пошли. Так, находится она как раз. Апартаменты Папа Карло. Монте-Карло, пусть будет Папа Карло. Так, следующее место. Интересное. Ранчо Перекати Поле. Недалеко. А, как недалеко? Далеко от северного прохода. Кстати, это не дикая пустошь. Жди здесь. Надо было приходить. Да, а то она накинется на них, побежит. Неинтересно будет. Такс. Готов. Готов. Опа-на, нифига себе. Живучий. Раз. Два. Три. Три раза надо было его. Ах ты, блин. Ты бежит, да? Но все равно далеко не убежишь. Три раза надо было его. Что там было? Рикошет. У него, кстати, такая же боевая броня, как и у меня. Мощная, кстати. Ну, пошли. Остаясь столбом, только-только стало интересно. Ну, постой еще чуть-чуть. У него будет тоже мощная броня такая. Вот он, добрый Вегас. Боевая броня усиленная. И Гаусс, пушка. Чё они здесь забыли-то? Повторяю, это не дикая пустошь. Сейчас будет дикая пустошь. Увидите, что здесь будет. Блин, нам не надо было этот перк качать, блин. Чтобы тела взрывались. Как-то некрасиво выглядит, блин. Так, а вот дикая пустошь. Мы опять находимся прямо здесь. И потихоньку идем. Так, пригнемся. Так, и Вегас. И вот оно, это поле. Перекати поле. Ранчо, точнее. Так, и вон мы уже видим кое-что. Только при дикой пустоши. Капитан. Ага, крупнокалиберную возьмем. Лови, фашист, гранату. Так, там же никого же больше нету, да? Надеюсь, нет. Вроде бы их всегда было трое. Ага. Короче, они приземлились. Многие думают, что это баг, но мне кажется, она просто парит
как это, антигравитация. У нее нету шасси, он просто, получается, застыл вот так вот. Вот, кстати, бластер чужих. Энергоячейка чужих. Кровавая колбаса. Все, это перк прокачанный. Так, а вот еще одна интересная теория. Вот у этих. Трехлучевая лазерная винтовка. Откуда она у них? И у людей откуда? Скорее всего, в 47 году Розвелл люди нашли в Америке у пришельца такую винтовку. Ага, вот. И сделали свои наподобие. Следующее место. Здесь место я называю Западня. В ловушку сейчас вот этот вот типок нас загонит. Да-да, иду. Ты бы хоть посмотрел, что я, блин, с винтовкой иду. Винторезом. Вот, смотри, там... Кто это? Последний дуралей, который пошел за мной в этот переулок. Да, ну не придурки. С ножом на вооруженного человека. Видать, винта перенюхали. Я тоже так думал, когда твою рожу увидел. Вот это вот место. Западня. Это Вестсайд. Так, следующее место у нас это Good Springs. Ну как вот мы идем туда, в Ниптон. Здесь будет отсылка на Индиану Джонс и на его побег с холодильника, с холодильником, точнее, от ядерного взрыва. Только в этот раз он его не пережил. Хотя и там бы он его также не пережил бы. Особенно как-то он там кувыркался, блин. О, музыка какая. Ивона шапка. Но я играю за женского персонажа сейчас. И это совсем не то. А, вот он валяется. Ну-ка, давай глянем. Шапочки. Ага, вот она. Офигеть, блин. Изысканная шляпа. С перьями. Точно, курица. Вот она здесь находится. Источник. Так, следующая пасхалка тоже при дикой пустоши. Мы найдем здесь Джонни Гитару. Ну, здесь она тоже, в принципе, есть. Как бы это место не при дикой пустоши. Ну, вот только Джонни Гитару мы там не найдем. Привет. Вот он. Привет. Бартон Тор. Ты можешь мне помочь? А что случилось? Мою девушку схватили гекконы там, на горе. Я не могу добраться до нее. Пожалуйста, они убьют ее. Где она? Иди наверх по тропе, мимо сломанной радиовышки, а затем сверни направо. Они на самом верху. Посмотрим, что я могу сделать. Спасибо тебе за помощь. Только поторопись, пожалуйста. Оскара этому парню. Оскара. Нет, давайте сразу два дадим. Сейчас поймете, почему. Ну, это только для тех, кто не знает, кто это такой. Я его, кстати, не сразу, когда проходил игру, не сразу его заприметил. Всегда мимо проходил.
Так, нам надо этих гекконов убивать. Хотя они мне дружественные, но лучше их убивать. Так как он тот вот типок, он нам сейчас будет нужен на верхушке. Живучий какой, блин. Вот она, банда. Ага, вот она, девушка. Видать, ее посылали уже сюда. Точнее, он посылал. Индеец. А вот и Джонни. Так, обезвредили. Джонни. Так, что у него тут? Шары, фотоаппарат. Вот и шаг. А прикидывался, что... О, 109. А прикидывался-то, что не может, не хочет. А у него ничего интересного нету. Так, что тут? Шуллер. 4 туза. Все крести, да? Все крести. Камера. Так, а что в сундуке? Вот интересно, ради чего он сюда несся? Так, все, здесь ничего больше нету. Ага, вот сейчас увидите, как наш актер будет играть. Прости, что наврал, но надо было выбить икону. Теперь я смогу добраться до тайника. Вот только с тобой разберусь. Эй! Давай, давай. Придурок. Раз я с этими гекконами разобрался, как ты думаешь, с тобой-то бы не разобрался, да? Индеец, блин. Угу. Вот такое вот интересное место. Есть тоже недалеко от Good Springs. Угу. Вот в этом месте. А здесь самая интересная пасхалка. Добрый вечер. Здесь будет, кстати, квест. Надо будет его пройти. Вот. Где она? Вот в этом здании, в подвале. Здесь полно пулей НКРовских. Смотри, кого-то с одного удара, кого-то нет, да? Радиация здесь, блин, обалденная. Так, здесь надо будет турельки потом включать. Здесь будет пасхалка из Монти Пайтона. Я не понял, это что такое? Получай. Так, вот еще одна турелька. Вот она, эта церквушка. Да, понял, понял. Но это тоже при дикой пустоши. И вот тут такая картина. Два геккона. Вот они. Святая граната. Что, испытаем? Давай. Так, сначала надо вот антирадин. И попробуем, как она шмаляет. Так, как собачки, пусть кинутся за ней.
Давай. Офигеть. Ничего себе. Больше полжизни отнимает сразу. Вот тебе и граната. Жалко, что всего три. Ай, блин. Это, наверное, только после вот против конкретно толпы роботов. Похоже на ядермину. Так, а находится она как раз вот здесь. Шахта и аэропорт. Ага, вот тут вот. Так, это у нас кто? Мамаша Гибсон. Кстати, за всю игру здесь ни у кого мы ни уши, ни пальцы, ни там глаза не собираем. Как это было в третьей части. Регуляторы, кто помнит, мы пальцы собирали. И вот за всю игру здесь есть только один палец. Откуда я знаю, я на форуме прочитал. Ага. Вот эта хибара появляется только при перке «Дикая пустошь». И теперь смотрим. Мамаша Гибсон. Так, заходим. Так, ментаты. Терминал не пашет. Опять ментаты. Так, отключаем. Ага, Сиги. И вот здесь вот. Срезали палец. Не знаю, с этого, не с этого. Вот так вот. Единственный палец во всей игре. Ага, большая часть. Ну, тут получается, даже если с ней придешь, будет написано «Заблокирован». Вот, самое смешное место, смешные паскалки, это вот здесь находится. Так, северные ворота, тоже фрисайд. Здесь по квесту мы робота идем, секс-бота. Как раз специально для этого квеста я взял вот эту вот штучку. Ядерный удар, как-то. Оу, блин, чё постоянно здесь, блин, роняется и падается. Так, давай на крысе попробуем. Так. Приготовились. Ага, вот они. Смотрите-ка, дамочки, кто у нас тут? Еще одно наивное существо. Эй! Бабуси. Ух ты. Вот за что я люблю Fallout New Vegas. Получай! Чё лезли-то, а? Вредная мод. Так. И та вот получается. Кто у нас? Злопамятная рука. Все, ребят. На сегодня все. Подписываемся. Ставим лайки. Спасибо за просмотры. Будем еще искать. А, тут целая куча. По-любому найдем.